Ну что, сегодня 3 июля, и бурьян, трава и полезные растения уже вот на такой высоте. На такой, это значит, что картошка, если ее посмотреть на уровне тела, а самому зайти в рядок, ну, примерно вот такая. Примерно по пупок. То есть будем говорить, что все уже достаточно высоко. Все-таки рискнул и прочистил пока новые междурядья. То есть те, которые, в общем-то, сажались позже. И за которые я, в общем-то, не опасался. Нет, если листья и ветви ботла падают вниз, естественно, она идет под нож. Но если она стоит стоймя, как вот здесь, например, в этом рядку, то культиватор проходит сквозь ботву, даже ее не цепляя. Сейчас попробуем хотя бы один рядок пройти с этой стороны. Нужды здесь особой нет. Если посмотреть внутрь, в рядок, то ботва достаточно чистая, бурьяна нет. Вот, кстати, поэтому я и проходил по соседнему ряду, что там было что почищать. А здесь, в общем-то, почищать особо и нечего. Да, какая-то мелочь там поднимается потихонечку, но она не принципиальна. И все равно пройдем, посмотрим, просто насколько в глубину залезает наш культиватор.